Приветствую всех зрителей. В сегодняшнем ролике буду делать обзор на основание INHE Gold ALC. Вы наверняка многие, кто подписан на мой телеграм-канал, на который ссылочку я оставляю в комментарии, уже видели, что я пробовал это основание, пытался какие-то мнения по поводу его сказать, спрашивал вас. Поэтому, чтобы не пропустить различные мои тестирования, которые не входят в обзор, вы обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Напоминаю, ссылочка находится в описании. INHE Gold ALC. Как позиционируется она и как написано на сайте ProTT? На сайте ProTT написано, что это основание, это та же самая вискария, только она чуть мощнее и должна быть похожа на вискарию Golden. Но вы все прекрасно знаете, что вискария Golden стоит в районе 1000 долларов. Конечно же, хочется найти и дешево, и чтобы было то же самое. Основание это стоит на сайте 65 долларов. Не знаю по какому курсу, но на момент, когда курс был 55 рублей за 1 доллар, продавец выставил в рублях за это основание ровно 5900 рублей. Приобрел это основание, мне оно пришло. Перед этим знакомый мужичок заказывал это основание, оно пришло первее, чем мне. Поэтому я взял у него, понабивал, мне оно очень сильно понравилось, и я был прям в восторге, чтобы попробовать это основание. Оно было, во-первых, и немного, и как бы и позвонче, чем вискария, но при этом стеклянность не чувствовалась. Я в ожидании ждал это основание. Основание приходит в обычной коробке, в которой приходят все основания INHE. Здесь у нас написано название этого основания, секретное какой-то код D715. Выглядит вот таким вот образом, никаких ни лейблов, ничего нет, только D715, серийный номер и вот такая вот чекуха с обозначением, что это INHE, а также, что китайская ассоциация настольного тенниса. По ощущению в руке ручка чуть толстовата, по слоям визуально, если посмотреть, то идентично основанию вискария. Если взять вискарию и прям приложить, то можно заметить, что внешний слой кота, он здесь тоньше, чем на вискарии, а слой, который у нас перед средним слоем, он чуть толще, чем на вискарии. Также можно обратить внимание, что средний слой у нас здесь потолще, чем на вискарии. Отсюда начинаем делать вывод, что два эти основания должны быть абсолютно разные. И что пишут, что это та же самая вискария, только Golden, здесь уже как бы это ложь. Потому что мы видим, что и по толщине слоев это разные основания. Соответственно, если мы изменяем толщину одного слоя, то отскок уже совершенно будет другой и не похожий на ту же самую вискарию. Вес основания составляет 91,2 грамма. То это идеальный вес для китайского основания. То есть китайские доски очень хорошо себя проявляют только в весе от 90 граммов. То есть дальше вы уже выбирать нужно не сильно тяжело, чтобы вам было не 95, не 94 грамма, а вот 91,2 это идеальный вес. По пятну отскоку мы видим, что пятно очень большое и мяч очень-очень звонко у нас звенит на этом основании. Что мы практически смещаем к краям, а звук у нас не меняется. К примеру, вот на вискарии слышим, что звук у нас не такой звонкий. Соответственно, основание помягче, помедленнее, чем INHE Gold ALC. И пятно при этом чуть меньше, чем на INHE Gold ALC. Вибрация у нас в ручку идет прям практически минимально. То есть для любителей вибрации, чтобы у вас в ручку отдавало, это основание вам не подойдет. Потому что здесь как бы мяч прям, ты его не чувствуешь практически. По гибкости, из-за того, что у нас центральный слой чуть толще, чем на вискарии. Также у нас слой перед центральным слоем тоже толще, чем у вискарии. Соответственно, основание у нас будет не гибкое. Из этого делаем вывод, что это основание у нас будет очень хорошо прожимать жесткие накладки, раз. Во-вторых, она будет очень хорошо играть плоско, но во вращении это основание будет уступать вискарии. Это уже так из теории. Теперь переходим к наклеиванию накладки. Накладки буду тестировать на этом основании те же самые, что чем я играл постоянно на вискарии. Это Dignix 09C и Tipco Revolution MXS. Так, ракетка в сборе. Напоминаю, что у нас черная будет Dignix 09C, красная будет Tipco Revolution MXS. Также во время обзора буду прибегать для сравнения к вискарии Super ALC. Черная будет тоже Dignix 09C. И к обычной вискарии тоже черная будет Dignix 09C. По износу у всех накладок плюс-минус одинаково. Поэтому, если у кого-то будут сомнения неправдивости этого обзора, сразу их давайте уберем. Потому что все они такие вот прилично поюзанные, но при этом хорошо летят и хорошо цепляют. Ракетка в руке сидит более-менее удобно. Ручка толстовата, но есть ощущение, что, к примеру, какие-то делать бананы
на столе кистевым движением будет относительно непросто, поскольку, к примеру, даже у той же Super LC у нас ручка чуть тоньше и ракетка сильнее заворачивается. У обычной вискари то же самое. Ручка чуть потоньше и лучше заворачивается. Здесь ручка чуть толстовата. На короткой игре не скажу, что очень комфортно она себя ведет, поскольку и по набиванию было слышно, когда мы на самой доске набивали, что скорость у доски именно вот этого вылета, именно вот этой вот плоской, очень высокая, что мячик у нас не задерживается в основании. Потому что прям вот я вот чуть коснулся, он сразу вылетает. И есть ощущение, что скорее всего вращать этим основанием будет не особо комфортно, как то же самое обычное вискария, вискария Super LC. Все-таки верхний слой, он очень жесткий и такой стекленоватый. Возможно, это сказывается тот фактор, что внешний слой у нас тоньше, чем на вискариях. На накате очень приличная скорость, мяч у нас там сильно не засиживается. Соответственно, делаем вывод, что плоско ракетка будет это играть очень хорошо. То есть я чуть-чуть мяч тронул, он сразу уже вылетел. К примеру, сейчас давайте возьму обычную вискарию. Прям потише, значительно причем. И плоско, обычная вискария, но она мне и самому не нравилась, как играла плоско. Но на накатах она ведет себя чуть похуже. Здесь повеселее, но при этом основание инхе все-таки на накате ведет себя быстрее всех этих оснований. Соответственно, делаем вывод, что плоско играть основание инхе будет лучше, чем основание и вискария Super LC. Слева то же самое. То есть чуть мяч чуть туда даванул. И он уже прям вылетает, что мяч там не засиживается. На катах, на плоской игре основание инхе на голову было сильнее, чем вискария и вискария Super LC, потому что у нее и скорость больше, задержка меньше. Соответственно, на топ-спинах я от ее ожидаю, что скорее всего вращение будет она давать меньше, дугу она будет давать меньше, но скорость будет больше. Несмотря на то, что основание чуть-чуть, есть ощущение, что вот это стекленоватое ощущение, что верхний слой у нас не мягкий, мяч должен был лететь более-менее так вот полуплоско, более полого. Но при этом, вот по реакции, как от Гоши летит, он один раз ошибся, и вообще я вижу по мячу, что вращение создает приличное. К примеру, если даже сравнить с основаниями, которые мне приходили с таким же стеклянным ощущением, это Inhe V14 Pro, это Inhe Pro 01, то там мяч при топ-спинах практически вообще не чувствовался. То есть там верхний слой был реальное стекло. Здесь при топ-спинах мяч чувствуется. Поэтому здесь делаем вывод, что и плоская игра здесь есть, и топ-спины здесь вроде неплохие. Давайте для сравнения сейчас обычно вискари повращаю. Ну, здесь задержка побольше, больше сил трачу, чтобы разогнать мяч, и мяч туда подныривает. По вращению, Гошан, здесь больше. На обычной вискарии вращение побольше. Теперь Super LC. Здесь как? По вращению здесь... Справа именно. Здесь выигрывает у нас вискария по скорости. Вот лично мне и по труду создания скорости. Здесь вискария Super LC была на втором месте, а на первом месте инхе. Здесь прям полдвижения, и мяч сюда прям полетел. Очень хорошо, очень удобно вращать мячи, которые у нас выше стола.
То есть вот здесь вот. Те, которые чуть пониже, залетают. Здесь уже есть некие проблемы. Здесь уже начинает сказываться тот фактор, что задержки маловато на этом основании, чем вот на тех основаниях. Но тем не менее, все равно это можно сделать. Слева то же самое. Очень хорошо она жмет накладки. Есть ощущение, что чуть не доработав, мяч будет улетать в стол. Но стеклянность не мешает контролю. То есть мяч при прожиме, он чувствуется. На других стеклянных досках НХ мяч не чувствуется. Поделали короткую игру, накаты, топ-спины. На короткой игре основание НХ очень сильно проигрывает основанием и вискарии, и вискарии супер ЛЦ. Почему? Все просто, мяч практически там не задерживает, он прям быстро, чуть ли не как на ЗЛЦ вылетает, и поэтому очень будет сложно контролировать прием, подач и просто промежуточная короткая игра. На накате слева, на накате справа основание НХ на голову сильнее, чем вискария и вискария супер ЛЦ. У нас и задержки здесь маловато на этом основании, поэтому с полудвижения делаем удары, мяч уже легко летит на сторону соперника с очень хорошей скоростью. Когда как вискариями нужно было постоянно мяч прожимать, чтобы добиться этой же скорости. Соответственно, делаем вывод, и плоская игра у НХ Gold будет выше, чем на вискаре. На топ-спинах также скорость у основания НХ очень приличная. Энергии трачу очень мало, чтобы создать ту или иную скорость. Но при этом есть подозрение, что мячи, которые будут чуть-чуть ниже стола, во-первых, во-вторых, мячи, которые неудобные, и когда вы будете чуть прожимать мяч, он, скорее всего, будет у вас вылетать очень сильно в аут. Когда как на вискариях тот фактор, что задержка приличная присутствует, что на обычной, что на вискарии супер ЛЦ, этот момент, он регулируется. То есть где-то там потянулся, сыграл, все хорошо. Этим основанием неудобные мячи, скорее всего, играть будет очень тяжело. Но при этом удобный мяч, который будет постоянно лететь вам в руку, вы его сможете с легкостью вбивать, вколачивать. По хвату в руке основания, из-за того, что ручка чуть толстовата, она неудобно сидит в руке, соответственно, подача будет не так комфортно подавать, как обычно вискари, и тем более, как вискари Super LC. Но тем не менее, все равно попадаю. То есть, вот, допустим, вот сейчас я даже делаю. Ощущение при коротком движении, при коротком соприкосновении, что мяч там засиживается, нет, он сразу оттуда начинает вылетать. Значит, делаем вывод, что, скорее всего, генерировать, контролировать вращение где-то слабее, где-то сильнее, будет этим основанием очень тяжело. Теперь обычное. И теперь супер ЛЦ. Вот из всех этих трех досок у вискари супер ЛЦ самая удобная для подач и для кистевого движения слева ручка. А, Джош, как так принял? По вращению. Тебе хорошо? Вот это? Прям хорошее. Мне кажется, наоборот, тут самое слабое вращение. Про что я и говорил, что этим основанием вы не чувствуете, сколько создаете вращение. Потому что, когда я подавал, у меня было ощущение, что на обычной вискаре и на вискаре Super LC я создаю вращение очень много и больше, чем на НХ. Гоша говорит обратное. То есть на приеме ему было сложнее принимать подачи, которые летели от основания НХ. Че, вращение много или что там? Thank you.
Гоша говорит, что вращения здесь не так много, но при этом могу сказать так, что создать первый ход вот таким полудвижением основанием очень-очень просто, очень хорошо. Но есть такой момент, что чуть вы начинаете вдавливать, он куда-то прям начинает выстреливать, и велика вероятность, что мяч будет у вас постоянно сидеть в сетку, потому что на ракетке, ой, в руке ощущения задержки вот этой нету и вот этой вот уверенности. Теперь первый ход обычный вискарей. Ну, здесь скажу так, что создать скорость тяжелее, но дуга приличная. По вращению Гоша чуть попозже скажет. По вращению. Гоша говорит, на обычной вискарии вращение точно больше, чем на НХ. Но по скорости вы, думаю, сами видели, что скорость потише. И теперь супер ЛЦ. Ну, здесь скорость прям чувствуется, что побольше, чем на обычной вискарии. Но чтобы также без затраты энергии, как вот на той бросать, здесь такого нету. Но и опасности на НХ тоже такой вот не было, как, к примеру, на этого вискарии супер ЛЦ. На первом ходу здесь все ожидаемо. Скорости и легкости создания дуги. Даже не то, что дуги, а просто вернуть, чтобы на сторону соперника. Здесь инхе у нас на голову сильнее, чем вискария и вискария супер ЛЦ. По злости вращения вискария супер ЛЦ и обычная вискария здесь плюс-минус одинаково. Здесь на инхе голд ЛЦ вращение, здесь все-таки все совпало. То есть и я здесь не создавал, что я очень много вращения создаю. И Гоша подтвердил, что вращения там маловато по сравнению с вискариями и вискария супер ЛЦ. Делаем вывод, что все удары, где нужно будет обработать мяч, создать вращение, принять вращение, здесь инхе голд ЛЦ будет проигрывать тем же самым вискарием. Но при этом, если на вас будет лететь хорошее вращение, вы спокойно сможете перекрутить. Будет тяжело, поскольку мяч там не засиживается, и он будет частенько у вас вылетать в аут. Но плоско перебить, поджать будет очень просто сделать вот этим основанием. Про что и говорил, что на блоке основание будет вести себя неплохо, но нужно, главное, его поджимать, потому что мяч выплевывает не за счет того, что она сильно реагирует на приходящее вращение, а потому что оно относительно очень мощное. Поэтому нужно прям будет поджимать, но при этом она не так реагирует на приходящее вращение. Цыкни. То есть достаточно вот подставлять, и она сильно не будет вылетать. Да это просто типхар, самая топовая накладка все. На блоках это основание ожидаемо ведет себя очень хорошо, но нужно постоянно поджимать. Поджимать не потому, что она хорошо реагирует на приходящее вращение, а потому что у основания очень много скорости, поэтому нужно либо смещать, либо жестче сжать в мяч и постоянно поджимать. Что касается перекручивания контр-топ-спина справа, контр-топ-спина слева, здесь немного другой нюанс. Если на вискариях есть задержка, и у нас есть возможность мяч поймать на ракетку, прокрутить, кинуть вперед, здесь такой возможности нету. На этом основании необходимо угол делать сразу. То есть, что слева, вы сейчас можете обратить внимание, перемотав чуть назад, где я перекручивал слева-справа, сразу угол и движение вперед. Справа то же самое, сразу угол и движение вперед. Ух ты, церковь, опять церковь, тебе ходу. Вот сейчас, к примеру, был такой нюанс. При плоском ударе дуга, из-за того, что задержки нету, дуга здесь не образуется. К примеру, сейчас я скидывал, мяч до сетки не долетел. То есть все равно, несмотря на то, что у основания очень хорошая мощная скорость, необходимо чуть снизу его вот прокручивать. Но сделав движение снизу, много энергии
На то, чтобы сделать топ-спин с дальней зоны, здесь не нужно возлагать. Так, подводим итог по поводу основания INHE GOLD LC. Во-первых, вернемся к самому началу, где мы обсуждали слои. Структура слоев у нас та же самая, что и на обычной вискаре, и на вискаре Super LC. Внешний слой визуально тоньше, чем на обычной вискаре и на вискаре Super LC. Слой карбоновый плюс-минус точно такой же, но на Super LC, конечно же, он поплотнее. Это видно и по цвету этого волокна. По плотности волокна, что на INHE GOLD LC, что на обычной вискаре, он примерно одинаковый. Дальше у нас идет слой, который под карбоном, визуально он чуть толще, чем на обычной вискаре и на вискаре Super LC. А вот сердцевина здесь прям очень сильно заметно, что она намного толще, чем на обоих этих вискарях. Соответственно, делаем вывод, что у этого основания у нас будет не хватать, либо кому это и не нужно, гибкость, в общем, будет меньше, чем на этих основаниях. Под этими подразумевается вискария и вискария Super LC. На короткой игре из-за того, что задержки у основания маловато, мяч сразу вылетает, короткую игру контролировать этим основанием тяжеловато. На накатах справа-слева скорость очень приличная, можно и плоско бить, и так обкатывать мяч. Поэтому на накатах это основание лучше, чем вискария и вискария Super LC. На топ-спинах, что топ-спин справа, что топ-спин слева, здесь начинает сказываться тот фактор, что задержка у нас не такая хорошая, внешний слой у нас жестковат, и, соответственно, создать много вращения на этом основании очень сложно. Но при этом скорость создать очень просто, и это основание у нас быстрее и помощнее, чем вот эти вот две вискарии. По подаче. На подаче были некие сомнения, поскольку когда я подавал подачи, я не чувствовал, что я создаю много вращения. И почему-то мне казалось, что на вискариях вращения чуть больше, чем на этом основании. На основании INHE GOLD LC. Когда как Гоша опроверг эту информацию и сказал, что на основании INHE GOLD, когда я вкладывался и подавал очень много нижнего, все-таки здесь вращение на INHE было больше, чем на вискариях. По поводу первого хода. То же самое здесь, что и на топ-спинах. Создать скорость, создать дугу относительно этим основаниям было просто, но прокрутить мяч не хватало задержки. Поэтому, если это основание больше всего подойдет либо выносить удобные мячи, либо сразу как-то вкладываться, в общем, как-то так, либо как-нибудь вытягивать такое с полусредним вращением и второй мяч уже вваливать. Потому что создать много злости, много агрессии на первом ходу будет сложновато. Поскольку, скорее всего, первый ход будут давать неудобно, и первый мяч нужно будет просто накрутить хорошо в стол. Либо, если у вас дикие ноги, как у того же Фанжиндона или Малонга, конечно, вы к каждому мячу можете быстренько подойти и все сразу сыграть на вылет. Но, к сожалению, у меня это не так. На блоке это основание чувствуется, что очень много скорости у основания INHE. Нужно постоянно поджимать. Но поджимать не потому, что она реагирует на приходящее вращение, а потому, что очень много скорости. То есть прям нужно чуть поддавливать, постоянно держать угол, чтобы мяч не улетал в аут. То же самое это касается и контру топ-спина справа, контру топ-спина слева. Когда как на вискариях, на обычной и на вискаре Super LC была возможность чуть прокрутить на мяче, когда мяч засиживается у нас в основании, здесь такого нету. Тут нужно сразу выбрать угол, что справа, что слева, и делать движение вперед. Но при этом скорость вылета очень приличная и поприличнее, чем на обоих этих вискарях. С дальней зоны также этим основанием очень комфортно, очень хорошо атаковать. Легко относительно создавать дугу, но есть такой нюанс. Плоская, при плоском пробитии амплитуда дуги создается очень тяжело. Поэтому, если просто, вот я там был момент, когда отыграл приходящее вращение с дальней зоны, пытался откинуть, он у меня еле долетел до сетки. Просто движение снизу, делаю движение вперед, и при затрачивании очень маленького количества энергии мяч уже попадает в стол. Если, конечно же, еще сильнее вкладывается, то там уже прям летит приличное усиление. Но, опять же, есть вот это ощущение, что мяч не досоздает приходящего вращения, потому что скорости много, но это все будет подставляться очень просто. Поэтому делаем вывод, что на этом основании очень хорошо встанут любые очень жесткие накладки, потому что, думаю, я это основание, точнее, пробовал и со Skyline вторым, и вот с Дигниксами, прожимает эти все накладки прям на ура. Поэтому здесь основная задача, не ставьте на это основание сильно мягкие накладки. Уверен, что этот ролик был для тебя очень сильно полезен, поскольку я практически на 84% уверен, что ты видел это основание на сайте ProTT, всегда хотел заказать. За свою цену это основание очень хорошее.
Конечно же, оно будет проигрывать и вискари, и вискари в вариативности игры. Это запилить, накрутить. Оно более такое прямолинейное, более рассчитано такое на скорость. То есть каждый мяч нужно вваливать. Это все позитивные моменты, но, к сожалению, на этом основании есть и один негативный момент. После того, как оно мне пришло, я попробовал это основание буквально 10-20 минут. Соответственно, за 10-20 минут рука чуть вспотевает. Я ее после этого положил в чехол. На следующий день открываю чехол, а тут такая картина. То есть видим, что за счет того, что рукоятка была чуть влажная, она рассохлась. Поэтому делаем вывод, что ручка здесь не очень хорошо обработана, поскольку у меня были различные основания, различных ценовых категорий, и нигде такого случая не было. На обратную связь продавец никак не выходит, я ему скинул фотографии, скинул претензии, он никак не возмещает и подобное. Поэтому делайте вывод сами по поводу этого основания. Не забывай подписываться на социальные сети ВКонтакте, Телеграм-канал. Ссылочки я оставлю в описании. До скорых встреч!